Главный тренер ЛКС Тимур Садрадинович пообщается с нами после матча против «Кристалла». Тимур, вот в первом тайме после 7 минут взяли тайм-аут, почувствовали, что команда не попала в игру, или это настолько велико было давление «Кристалла», на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, мы игру слабо очень провели. Наверное, это худшая игра, ну, в моем понимании, если брать футбол. Поэтому и результат сегодня абсолютно закономерный, на больше очень сложно рассчитывать. Мы действительно просто очень слабо играли. Однако вы вели 2-0 во втором тайме. Вот можно теперь сказать, что вы одно очко приобрели, все-таки два потеряли, исходя из той ситуации? Ну, наверное, надо смотреть по таблице. Мы приобрели одно очко, как мне сложно сказать. Мы играли слабо, поэтому в этой ситуации я могу только огорчаться, поэтому что-то мне нечего сказать, повторюсь. Можно сказать, приобрели, можно сказать, потеряли, выигрывали, проиграли, разница какая. Я смотрю на игру. Игры, если нет, значит, это лучший результат, что можно было достигнуть. Эмоциональный эпизод в концовке здесь на скамейке с одним из ваших подопечных произошел. Это просто нервы концовки встречи? Я думаю, что это нервы конца сезона. Ожидания не очень оправдываются, и в конце сезона становится очень сложно потому что понятно, что заряд был перед началом сезона, до конца биться за плей-офф. Когда эта вещь уже от тебя уходит, то очень сложно становится управлять, потому что не так много уже у тренера становится рычагов. Поэтому здесь уже все дается на усмотрение футболистов. Они должны оставаться людьми, профессионалами и не устраивать цирк. Тимур Садрадинович, желаю вам успеха в ответном матче. Спасибо.